45 тысяч гектаров неиспользованных земель выявили прокуроры Балхашского района. Руководству района направлено представление об устранении нарушений законности. 13 тысяч гектаров неосвоенных земель сельхозназначения уже возвращены в госсобственность. Кроме того, выявлен ряд нарушений и в распределении участков под индивидуальное жилищное строительство. Так, в райцентре Баканас с 2011 года населению выдано 70 земельных наделов. Более половины из них оказались до сих пор не застроенными. 40 земельных участков до настоящего времени не были освоены. Принятыми мерами эти 40 участков были возвращены государству для предоставления, для последующего предоставления гражданам в порядке очередности.